Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. В эфире Минское городское управление МЧС. Студия Анастасия Гарбар. Приветствую вас. Более 2200 пожаров и загораний, жертвами которых стали 23 человека, зарегистрировано в столице с начала этого года. Минск чрезвычайный. В минувший четверг из торгового центра на улице Притыцкого эвакуировали 100 человек. А все из-за того, что в павильоне на втором этаже во время подзарядки загорелся электросамокат. Пламя сбили двумя огнетушителями прибывшие бойцы МЧС. Информация о пожаре в одной из квартир дома на улице Козинца поступила спасателям поздно ночью в субботу. Работники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, однако от огня пострадало имущество в квартире, были закопчены потолок и стены. Предполагаемая причина – поджог. Виновное лицо – 84-летняя мать хозяина, инвалид первой группы. Минск чрезвычайный. Короткое замыкание электропроводки стало причиной сразу нескольких пожаров в столице в минувшие выходные. На мансардном этаже частного домовладения в третьем трубном переулке загорелся утеплитель. В результате ЧП повреждены имущество и деревянные элементы мансардного этажа. Повреждено имущество, закопчена квартира и в результате пожара на улице Волоха. А на проспекте газеты «Звезда» из-за плавления изоляции электропроводки аккумулятора горел автомобиль скорой помощи. Предполагаемой же причиной пожара на территории храма святителя Николая Чудотворца по улице Барамзиной, где около хозпостройки загорелись доски, стал поджог. Вероятнее всего, по этой же причине на территории строящегося комплекса «Минск-Мир» по улице Никола Теслы сгорела металлическая бытовка. В воскресенье от неосторожного обращения с огнем в квартире на улице Кабушкина пострадал 63-летний хозяин. Бойцы МЧС обнаружили его без сознания в горящей комнате на полу, вынесли на свежий воздух и передали медикам. С отравлением продуктами горения, серьезными ожогами мужчина был доставлен в больницу. В понедельник неосторожное обращение с огнем при курении 39-летним хозяином привело к загоранию имущества в жилой комнате квартиры по улице Запорожской. К счастью, виновник пожара не пострадал. Неосторожное обращение с огнем при курении – именно эта фраза чаще всего встречается в сводках спасателей. И неудивительно, ведь причина большинства выездов подразделения МЧС на огненные происшествия связана именно с этой пагубной привычкой. Для привлечения внимания к этой проблеме в начале недели в республике стартовала акция «Не прожигай свою жизнь», которая продлится до конца месяца. Не прожигайте и вы свою жизнь, соблюдайте правила безопасности и слушайте нас в следующий четверг. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.